и вернула голубой пиджак? Да. И после очень напряженной беседы с продавцом я добилась полного возмещения стоимости. Выкупи обратно. Без проблем. Этот компьютер не принимает мой пароль. О, нет-нет-нет, это мой... Это мой ноут. Значит, принеси мне мой. Разбуди меня в полночь, но не тревожь. Просто включи колыбельную, которая будет постепенно увеличивать громкость. Почему ты до сих пор здесь? Я всегда остаюсь последней. Это я всегда остаюсь последним. Эти двое все время проводят в офисе. Давай просто запрем их в одной комнате, чтобы они могли заняться сексом. А пока они чпокаются, мы свободны. Фильм Netflix. Мы хотим остановить лифт на пару минут, чтобы два человека могли влюбиться. Эй, это еще кто? Вы должны уйти, сэр. Час икс! Боже мой, так все и начинается в моих кошмарах. Что вы делаете? Что он делает? Прекратите это, пожалуйста. Я должен освободиться от этого. 15 июня. Мы знаем о них все. Что им нравится, а что нет. Мы мастера-кукольники. У Рика есть годные билеты на игру Янки? Нет, он смотрит с трибун, как простой смертный. Ну, конечно, есть. Поиски любви. Нам нужно, чтобы люди на этих местах замутили. Целуй! 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 Требуют некоторой помощи. Мир у наших ног. Мы свободны. Ты свободна до конца дня. Я завтра буду поздно. У нас получилось. Мы сделали двух несчастных людей счастливыми. Да. И откуда вы друг друга знаете? Мы друзья. Миленько. Что за странный тон? Почему у тебя голос дрогнул? Зои Дойч, Глен Пауэлл, Тей Дикс и Люси Лью. Кот красный, кот черный. Я не позволю ему учить меня, как устроен этот мир. Спасайся. Мы прям как в ловушке для родителей. Совсем нет. Мне кажется, я достаточно насмотрелся классики с Линдси Лохан, чтобы знать, когда попадаю в похожие ситуации. Подстава. Я лишь надеюсь, что не буду простым ассистентом в 28. Мне 28. Боже, мне жаль. Быть тобой очень грустно. Переведено и озвучено для iVideos.